Друзья, с вами Алексей Осипенко. Я сейчас в Сочи, и я решил записать для вас уникальную серию, такой самокоучинг, который называется либо он называется «Следующий шаг», либо «Новый уровень». Выберите себе любое название, которое вам больше нравится. Я его делаю, этот серия для тех, кто готов пойти дальше. Где бы вы ни находились, но у вас есть следующий уровень, на который вы должны перейти. Итак, первое задание для этого самокоучинга. Возьмите лист бумаги или компьютер, или телефон и напишите свои сильные стороны. Выгрузите, но их должно быть штук 40. Эти сильные стороны состоят из двух частей. Первое – это ваши профессиональные навыки, то, что вы умеете делать. И второе – это ваши личные сильные стороны, часть или элементы вашего характера. Составьте этот список, и в следующем видео я скажу, что делать дальше. А пока что поработайте над своими сильными сторонами. Пока!